Привет-привет! Меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор первого заказа из каталога Oriflame номер 4, и заказ составил 503 балла, поэтому нам нужно будет много места, чтобы все это доставать. На самом деле заказ пришлось сделать два раза, потому что первый раз, когда я его сделала, я совершенно забыла про то, что в каталоге витамины Нутрикомплекс с огромной скидкой, поэтому пришлось заказ отменить и набить заново. Итак, хвалюсь. В этом заказе 4,3. Сейчас где-то еще одна пачка. Вот она. 7 упаковок Wellness для волос и ногтей. Это специальный нутрикомплекс, который я просто обожаю. Я вижу от него хороший, качественный результат. Волосы не просто растут быстрее, они укрепляются, то есть становятся, как сказать, на расческе меньше волос, которые сбежали с головы. Мне очень нравится, конечно, как растут ногти, но в последнее время я люблю короткие, поэтому их так часто приходится подрезать. Ну и, в общем-то, самая главная моя цель, конечно, это волосы. 3 пачки я заказала для себя, и 4 пачки – это под заказ для моих подруг, клиентов. Вот так поставлю. Так, ну раз уж начали с Wellness, буду показывать Wellness. В заказе у нас подписка Wellness Life. Это два продукта. Коктейль Wellness и витамины Wellness Pack женские. Коктейль пью постоянно, потому что это белок, который также нужен нашему организму, чтобы клеточки были здоровые, красивые, чтобы иммунитет был хороший, чтобы пищеварение было замечательное. То есть у него очень много показаний полезных. Но самое главное, это то, что необходимо нашему организму каждый день. Ну и, конечно, витамины я пью отдельно, мы пьем всей семьей, и дочка, муж, потому что витаминов много тоже не бывает, они не накапливаются в организме, а хочется быть здоровыми, молодыми, позитивными, как говорится, не знать этой дороги в аптеку и к врачам, то есть жить полноценной жизнью, и при этом, да, это как бы, ну, доступно нам. Дальше. Также у меня еще 2 упаковки по отдельности. Один Wellness Pack мужской, один женский. То есть всю семью обеспечили витаминками. Будем пить и радоваться. И еще отдельно заказала астаксантин. Такую вот баночку. Моя подруга, которая вот именно хочет такой комплекс, который идет конкретно на омоложение, на очищение организма. Потому что астаксантин — это очень мощное такое средство против борьбы со свободными радикалами. То есть он очищает клетки, и мы становимся еще красивее, еще моложе. Но также астаксантин входит в каждую упаковочку Wellness Pack, который мы пьем каждый день. Вот, столько Wellness, обалдеть просто. Так, что дальше? Заказала, конечно, румяна, новинку. Ой, как красиво коробочка оформлена с розочкой. Румяна в шариках заказала тоже в подарок. Подарю. Очень хороший подарок, я считаю, шикарный. И в этом каталоге огромная скидка. Так, далее. Аромат. Это под заказ Люсия. Вкусный, цветочный, такой сладенький. Кстати, очень стойкий аромат. Рекомендую. Вы часто меня спрашиваете, стойкий или нет. По-моему, Люсия — это у нас туалетная вода, но по стойкости не уступает парфюмерной. Так, далее. Тоже под заказ Giordani White Original. Giordani Gold White Original. Ой, такое название классное. Тоже очень стойкий аромат. Это парфюмерная вода. Это легендарный аромат Oriflame. У нас их есть несколько вариантов. Желтый, белый, Giordani Miss Giordani и Giordani Essence. Очень вкусные все ароматы. Так, тоже под заказ очищающая гель-пенка, осветляющая. Это для клиентки. Кстати, такой дизайн классный сделали. Сколько здесь миллилитров? 150 миллилитров. Удобненько. Смотрите, как небольшой флакончик использовал, взял новый. Мне очень нравится, красиво прям. Так, далее. Посмотрим подарок. Ну, практически подарок. Сейчас открою. Так. Хорошо упаковано, все в чехольчике. Это сумка-клатч вот такого размера. Я сейчас вам покажу по сравнению с каталогом. Там, где у меня тут каталог, надо его извлечь. Чтобы вы понимали, какого размера сумочка. Она нам приходит всего за 199 рублей.
для всех, кто выполнил условия акции. Нужно было в прошлом каталоге номер 3 разместить заказ от 50 баллов. И вы можете выписать эту сумочку. То есть в нее входит каталог. Давайте проверим. Вот так я открою. Интересно, какая у нее открывашка. Так, здесь еще ремешок. Можно ее носить на плечи, через плечо. Мне кажется, с каталогом она так не закроется. Закрывается. Она закрывается и даже просто... Если в нее положить каталог, обалдеть. Самый нужный для нас размер. Вот. Все, она закрылась. То есть она как раз по размеру каталога идеально нам подходит. Внутри очень красиво сделано. Все такое, такая тема цветочная. Если вы успели заказать себе шарфик в прошлом каталоге, то у вас будет такой комплект красивый. С кармашек на молнии, есть кармашки для всякой мелочи. Сумочка прелесть. И у меня получилось таких сумочки две, потому что мы делаем заказ на два номера, на мой и на мужа. Поэтому у нас всегда два подарка. Так, вторая я ее не буду распаковывать. Вот такая вот сумочка. Так, первую коробочку мы с вами посмотрели. Переходим ко второй. Только, пожалуйста, не падайте в обморок, когда я сейчас буду доставать содержимое этой коробочки. Итак, начинаем считать. Сначала расскажу, что это такое. Это масло чайного дерева. Я прям сразу одну открою. Как ее открыть? Для себя, потому что оно у нас закончилось, и без него могу сказать, что стало как-то не очень весело. Вот такая вот упаковочка. Сейчас скажу, сколько. 10 мл объем. Это сильное, такое мощное, антибактериальное и ранозаживляющее средство. Я его проверила, уже испытываю много-много лет, так как я в Oriflame уже 20 лет. Представьте, я ее маслом пользуюсь с того момента, как только оно появилось. И, по-моему, оно было всегда. Обожаю этот продукт, потому что оно нам помогает заменить очень много лекарств, которые бы нам пришлось покупать в аптеке. Например, все, что мы там порезали, ушиблись, там поцарапались, нас кто-то укусил. То есть все-все-все, все ранки, все ушибы, ожоги, синяки, все-все-все абсолютно мы обрабатываем маслом чайного дерева. Также мы его применяем, когда насморк, но обязательно нужно разводить с водой, потому что если вы закапаете чистое масло чайного дерева, то вы просто сожжете слизистую. То есть я его закапываю в носик, полоскаем горло, буквально вот в стаканчик наливаем где-то третью часть водички, тепленькой, такой комфортной, и 5-6 капелек масла, и просто полоскание горла. Каждый час делаю, горло идеально, очень быстро проходит. Вот, можете почитать в интернете огромное количество рекомендаций, как можно применять масло чайного дерева и использовать его по назначению. Так, считаем. Первая коробочка это моя. Так, сколько у меня их в заказе? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот с кармашками. 9, 10. Так, первая десятка. Сейчас буду по 5 доставать. Еще 1, 2, 3, 4, 5. Уже не так красиво ставится, конечно. Еще 4, 5. И здесь еще 5. То есть итого 25 штук. 10 уже под заказ сразу. Остальные я взяла себе и немножечко в запас для тех людей, которые в последний момент захотят впрыгнуть, да, в последний вагон, как говорится, и заказать масло. Поэтому есть небольшой запасец, пусть он будет. Так, далее. В заказе 4 масочки. Наши новые маски. Не так давно они появились в каталогах Oriflame. Сейчас покажу их по очереди. Масло с арбузом, с яблочком. Очень красиво оформленные. Эти все у меня под заказ. Маска с розой и с какао. Мне, кстати, очень понравилось какао, и хотели еще заказать личи, но ее нет на складе. Я даже не удивляюсь, потому что она очень классная, эта маска, маска-пленка. Тоже под заказ, как получился заказ. Этот я выложила в Инстаграм, в сторис, просто картинку с этими масочками. И мне сразу знакомая подружка пишет: «А что это такое?» Я пишу: «Это маски для лица». Она говорит: «Я хочу». Я говорю: «Какие?» Она говорит: «Давай все попробую». Ну вот, в результате масочки под заказ. Так, вторая часть от серии Optimus Tonic. Очищение тоник. Это один заказ. Крем для глаз. Это серия антивозрастная. Тоже под заказ.
зубная паста для малышей. Это тоже все заказ. Как видите, уже и заказов много сразу, и для себя что-то. Губка мужская для душа. Кстати, мы пользуемся такой губкой. Мне нравится. Но все-таки, вы знаете, вот не хватает такой вот жесткости, как делают это рукавички. Или какая-то, да, мочалка. Мне очень нравится в Oriflame. У нас есть такие отшелушивающие полотенца. Они разворачиваются, такие длинненькие, их удобно. И спинку потереть. Их можно свернуть в комочек или как-то сложить. Вот они мне по жесткости очень нравятся. Они так деликатно, но в то же время очень уверенно пилингуют кожу, отшелушивают и хорошо пенятся. Но губка тоже неплохо, это у меня заказали ее. Так, дальше помада. Серия Color Box. Такая упаковка простенькая, и помада здесь такой какой-то сиреневый, аметистовый цвет. Тоже под заказ, естественно, я себе такие помады не покупаю. Мне нравится Giordani, или мне очень нравится помада 3 в 1 серии The One. Два одинаковых карандашика серии The One, они сейчас со скидкой. Это теплая корица, мой любимый цвет. Я один себе взяла, один у меня тоже заказали. Так, что-то здесь еще в таких пакетиках красивых. Сейчас буду доставать. Кстати, как я использовала свою скидку 50%? Конечно же, на украшения. На что же еще? И заказала я себе серию... Не всю, конечно. Розовый кварц. Мне очень понравился дизайн. То, что это такие необработанные натуральные камешки. Очень красиво это смотрится. И заказала из этой же серии колечко. Сейчас тоже вам его покажу. Когда я увидела первый раз их при съемке, обзор новинок, я сразу на них запала. И думаю, ну как-нибудь закажу обязательно. О, какое кольцо классное! Ну, просто невероятная красота. И у него можно раздвигать регулируемая такая застежка, или как это сказать. Очень красиво. Специально не накрашенные ногти. Сейчас объясню, почему. Так, и что-то еще в одном пакетике. Очень люблю нашу бижутерию. И я таки заказала себе эти листики. Они невероятно красивые, посмотрите. Их можно носить как ожерелье на шее, а можно носить как украшение на голову, как ободочек одевать вот так, например. Переворачиваем и вот так на голову одеваем. Или можно вот так вот в другую сторону разворачиваем. Так как вот уже в зеркало посмотреть. И вот сюда, где лоб. Так тоже. Ну, конечно, соответствующую прическу сделать. Ложить очень красиво. И со скидкой 50% получилось просто копейки. Мне это очень нравится. Так, похвалилась своими покупочками. А сейчас покажу, почему ногти не накрашены. Потому что я их специально подготовила для того, чтобы попробовать новые лаки. Заказала себе 5 новых лаков. Они всего по 5 мл. И я думаю, что это классный вариант для того, чтобы попробовать, нравится, не нравится, выбрать. И он быстро используется, не успеет засохнуть, потому что огромные лаки The One у меня очень быстро высыхают. Там 8 мл, и я просто не успеваю, потому что я так не могу, что взять один лак и им пользоваться. Мне нравятся они все, я очень люблю эти красивые цветные флакончики. Вот такие у меня 5 оттенков. Буду пробовать, запишу отдельное видео, покажу, как они ложатся, чтобы вы посмотрели. И пока дам маленькую рекомендацию, что касается светлых оттенков лака, их обязательно нужно носить на базу, чтобы они не полосили. То есть сначала нанесите один слой основы под лак, дайте ей высохнуть, и наносите светлые лаки 2-3 слоя. Один слой никогда светлые лаки не... Вернее, не то, что никогда, редко лежат, они уже красиво. Рекомендуется всегда 2-3 слоя, чтобы они легли идеально и не было полосатости. Я, конечно, буду пробовать. Вам все покажем в следующих роликах. И в коробке у меня остались каталоги уже на новый период. Не буду их все доставать, их тут очень много. Шикарно красивый каталог. Кстати, я из тех людей, которые заранее не смотрят каталоги. То есть я не люблю заранее знать, я не люблю электронный вариант каталога. Мне надо его
получить, взять в руки бумажный вариант и посмотреть его уже, как я хочу, внимательно, подтереть странички, все рассмотреть, почитать все про новинки. И уже, когда я листаю каталог сразу, я замечаю продукты, которые я обязательно закажу. Ну и потом заказываю. Благодарю вас за внимание, надеюсь, мой обзор был полезный, и если есть какие-то вопросы по поводу продуктов, пишите в комментариях, не стесняйтесь, я всегда отвечаю, может быть, не мгновенно, но в течение 1-2 дней всегда отвечаю на комментарии. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова, пока-пока, отличного настроения, GoPro, стоп-видео!